Откуда у вас обнаружено оружие? Оставили скауты малой. Кто такие скауты малой? Член нацистской группы. Зачем им нужно было оружие? Для устранения пропутинского деятеля. Кого обсуждали? Соловьева. Кто давал задание? СБУ Украины. В какие сроки нужно было сделать? Как можно быстрее. Что потом собирались? Они собирались выехать на Украину. По указанию СБУ давал, как сказать, указания, распоряжения на кратчайшее устранение Соловьева. В период с января по март 2022 года приезжал на квартиру, где обсуждались в моем присутствии поджоги машин с символикой поддержки спецопераций, а также военкоматов, ну и помимо этого убийства. Кого убийство обсуждалось? Убийство людей, которые несли, ну, пропаганду, то есть Соловьев, Киселев, Скобеев, Попов там и так далее. Киасаян, Симонян.